Казахстан готов оказать полную поддержку американским инвесторам. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с руководителями глобальных финансовых институтов. О каких еще возможностях шла речь, знает Динара Жанбатырова. Переговоры в режиме нон-стоп. Уже пошел пятый час, как глава государства без перерыва проводит встречи с американскими финансистами и экономистами. О благоприятном климатическом бизнесе в нашей стране Касым-Жомарт Токаев рассказал управляющему директору по торговле нефтью и сырьевыми товарами одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs. Насколько нам известно, на сегодня банк успешно сотрудничает с Международным финансовым центром Астана. Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем группы Лос Гробу. Это говорит о том, что в нашу страну придут передовые методы для развития АПК. Вместе с ними и новые технологии. Лас Гробо – лидер по производству зерна и сои в Латинской Америке с доходом больше 1 миллиарда долларов. Что это означает для бизнеса и финансовых институтов? Это означает расширение доступа к рынку и повышение прозрачности. И в целом новые возможности для частного сектора и международных партнеров. Одним из главных приоритетов президент назвал вот фрагмент из своего обращения во время послания народу Казахстана. Это проведение народного IPO, проведение приватизации, обеспечение прозрачности и эффективного управления государственных активов, фондов Самрук, Казына и Байтерек. Эти руководители этих фондов присутствовали на встрече и также подробно объяснили свои задачи. Также очень важный был вопрос проведения народного IPO, то есть сейчас готовятся соответствующие размещения, и фонд Самрук-Казына готовится в том числе с компанией «Казмунайгаз». Глава государства обсудил и возможности займа на льготных условиях с председателем, главным исполнительным директором JP Morgan Chase Джейми Даймоном. Да и в целом они обменялись мнениями о перспективах развития мировой экономики, в том числе финансовых рынков. Мы стали страной со средним доходом, но как вот выйти из этой ловушки среднего дохода, как дальше развивать экономику, конечно, вот важны на инвестиции в несырьевые сектора экономики. Вот о том я уже об этом уже сказал. Поэтому США как государство, наверное, одна из самых сложных экономик мира. Сложных имеется в виду диверсифицированно. Это и технологии, это и Кремниевая долина, это и финансовые центры Чикаго, Нью-Йорк, это и сельское хозяйство и так далее. Поэтому нам есть в этом плане о чем поработать, чем-то, скажем, перезагрузить наши отношения. Я думаю, что у нас отношения хорошие, но, наверное, надо выходить уже на новый этап развития наших отношений. Причем, и очень важно добавить, мы дружим с друг другом, не против кого-то. Мы дружим во имя наших национальных интересов. Хочу также отметить, что Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на огромный потенциал нашей страны в сферах энергетики, зеленой экономики, транспорта и логистики. В целом же между Казахстаном и США довольно неплохой товарооборот. За прошлый год он составил 2,2 миллиарда долларов. Если сравнивать с предыдущими, это больше почти на 40%. Но можно быть уверенным, что в следующих годах эти цифры будут гораздо больше. Динара Жанбатырова, Еделир Мекбаев, Дулат Индибеков, Айдос Серикболула при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана, Нью-Йорк.